Я считаю, что вот эта технология, представьте которая... Представьте себя пиарщиком, пожалуйста, Порошенко. Я не хочу и не буду. Почему? Потому что не хочу ему помогать выиграть. Ладно, ему невозможно помочь. Я тебя успокою, ему помочь невозможно. Но дело в том, что я бы однозначно меняла ту риторику, которая была для него избрана. Вот эта риторика войны, потому что, ну, история показала, что это не работает и не так работает, как он хотел. Они надеялись на совершенно иной результат. Учитывая те ресурсы и возможности, которые они запустили, они получили, ну, поверьте, очень маленький выхлоп. Поэтому, если там есть умные люди, а наверняка там тоже есть умные люди, то я думаю, что они сделают выводы из этого кейса.